Книга о жизни Абдурахмана Даниялова была презентована в Национальной библиотеке. Это третье издание о выдающемся государственном деятеле, автора Абдулатипа Гаджиева. 20 лет Даниялов проработал на посту первого секретаря ДАК обкома КПСС. Он внес неоценимый вклад в развитие и процветание Дагестана. В книге собраны исторические факты из жизни политика, а также фотографии и воспоминания его современников. Я с ним работал 7 лет. Он был первым секретарем обкома партии. Я был первым секретарем обкома комсомола. Я был кандидат в члены бюро обкома партии. Поэтому я его хорошо знал, хорошо видел, чувствовал, видел. Ему подражали практически все руководители Дагестана. И вот это была удивительная личность.